Это маленькое кино. Фух, я запыхался. С Гугла смотрится, из космоса все намного проще. Подъем очень крутой. Но в принципе заехать сюда можно. Ну вот последние 100 метров вряд ли. Потому что очень круто. Камни могут выскакивать. Во всяком случае на простом паркетнике не заедешь. Нужен внедорожник. Вот. Это самый верх этой горы. Мы уточним название, я уже забыл. Здесь живет AT&T, телефонная компания, и ее вышки. В принципе, вход не воспрещен. Но я вижу таких умников, точнее идиотов, как я, мало. В принципе, дорога сюда накатана. Вот эти камешки маленькие, но там внизу дальше валяются очень крупные камни. Так что, если у вас машина простая, немножко рискованно, потому что можно распороть машину. Мы доехали только до половины. Ладно, сейчас я сделаю в панораму. Bye.